Общительность. Хорошо это или плохо? Ну, я вам так скажу. Знаете, вообще есть общительность, а есть общение. Вот общительность – это человек на любые темы готов с кем угодно почесать языками, почесаться с другим. Вот. Если там, в общем, есть готовность к этому всему, вообще все прекрасно. Но на самом деле общение – это, ну, я сейчас скажу такое, это труд. Другое дело, что это труд, который может приносить вам удовольствие. Общение – это когда вы, у нас же у каждого в голове своя вселенная, так сказать. И вот вы когда общаетесь, вы выкладываете части своих вселенных друг перед дружкой, вот они вот так здесь складываются, и дальше вы смотрите, как они друг с другом, где вы входите пазами, где не входите, понимаете, где там чего-то новое можно понять, где еще что-то. Это такой труд, он может доставлять невероятное удовольствие, и с интеллектуальными людьми очень приятно общаться. Но это именно общение, потому что вы вот находитесь во взаимообмене. Вот. А просто общительность, которая, ну так, чпок-чпок-чпок, что-то там наплели друг другу быстро, весело и так далее. Ну, на самом деле, может быть, и неплохо в компании. Как думаете? Поделитесь в комментариях.